Дмитрий Константинович, скажите, как часто в России можно слышать критику белорусских властей, в частности Лукашенко, и за что лично вы могли бы покритиковать сегодняшнюю белорусскую власть? Ведь у всякой власти есть недочеты. Да, но критика не входит в мою задачу. Вот, абсолютно. Я не ставлю себе такой цели. Наша цель – поиск путей развития и такая позитивная мозговая атака. То есть только позитивные стороны? Я бы сконцентрировался на этом. Критика, так как она... У нас еще нет культуры критики, знаете. Вот, люди начинают переходить на личности, оскорблять друг друга. В результате появляется принцип «чем хуже, тем лучше». И мы видим, что получилось с Украиной. Вот, ни туда, ни сюда. Страна оказалась какой-то промежностью непонятной. То есть, ну, тяжело. Вот, люди стали жить значительно хуже, убивать друг друга. Простите, где Украина оказалась? Ну, в промежности. В промежности, да.